очень приятно, что пришли спортсмены. Мне по телефону вначале позвонили, что окажут какое-то содействие. А сейчас пришли ребята молодые, крепкие. И вручили мне, так сказать, в честь этой ненормальной болезни, поэтому, да, по нашей стране, да, подарок. Это очень приятно и для души, и для сердца. Спасибо вам огромное, спасибо, что в такое время, когда и коронавирус, и когда такая природная обстановка тяжелая, вы приехали, не забывайте ветеранов, очень вам благодарны, спасибо большое. Вот, приезжайте еще, очень рады вас видеть, а вам успехов в спорте и побед, конечно, обязательно побед.